научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Николая Николаевича Александрова, Минск, Беларусь. Тема сегодняшнего нашего сообщения – это брахитерапия рака шейки матки. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике рака шейки матки, в настоящее время значительное количество женщин в Республике Беларусь обращаются за медицинской помощью уже запущенной 3-4 стадии заболевания, которые составляют около 33% и является очень трудным в лечении. Проблема лечения заключается в том, что очень много случаев неизлеченности и дальнейшего прогрессирования в первичном опухолевом очаге, и оно остается очень высоким и составляет от 18 до 50% по литературным данным. Рецидивы возникают в 25% случаев в течение ближайших 2 лет. Причина в том, что часть опухоли, которая зачастую имеет неправильную форму, не попадает в 100% задозу и не получает канцерицидную дозу. Поиск новых путей улучшения результатов проводимого лечения постоянно продолжается. В начале 2000-х годов продвижение новых технологий лучевой терапии и, в частности, брахитерапии стала интеграция 3D-изображений на основе КТ и МРТ в процесс планирования. Появилась новая методика, так называемая адаптивная визуально-контролируемая брахитерапия. Это изменило нашу клиническую практику. Появилась возможность проведения индивидуального планирования сеансов триполосной брахитерапии. Данная методика основана на расчете дозы на остаточный объем опухоли. На сегодняшний день мы имеем возможность выполнить МРТ с введенным половым пути аппликатора в полость матки и точно определить объем остаточной опухоли на момент брахитерапии. После проведения предварительного планирования и оценки дозиметрического плана мы видим, что у данной пациентки имеется большая остаточная опухоль на момент брахитерапии. Если мы будем проводить внутриполосную брахитерапию по стандартной методике, то часть опухоли, которая не входит в стандартный контур, не получит канцерицидную дозу. Поэтому риск неизлеченности при проведении брахитерапии по стандартной методике у данной пациентки очень высок. Чтобы этого не произошло, ей будет выполнена комбинированная брахитерапия с использованием интерстициальных игл. А сейчас я приглашаю вас пройти в манипуляционную комнату, где у нас началась уже эта процедура. Пациентка поступает в отделение брахитерапии для проведения комбинированной внутриполосной внутритканевой брахитерапии. В это время врач-радиационный онколог проводит сборку кольцевого аппликатора с иглами. Установка направляющих для игл проводится согласно предварительному плану, выполненному по ранее полученным МРТ изображениям. Выполняется укладка пациента, анестезиолог проводит спинальную анестезию. Проводит ультразвуковое сканирование малого таза для уточнения размеров и положения матки. Выполняется постановка аппликатора соответствующего размера в полость шейки матки. Врач-радиационный онколог проводит внедрение игл в шейку матки, контролируя глубину внедрения по УЗИ изображения.
После выполнения аппликации пациент транспортируется на компьютерный томограф с целью получения изображения для дозиметрического планирования лечения. Получение изображений проводится с шагом 2-3 мм. Медицинский физик проводит импорт КТ-изображений и совмещение их с МРТ-изображением. Радиационный онколог выполняет контурирование мишеней и органов риска, прямая и сигмовидная кишка, мочевой пузырь, клинический объем мишени высокого и среднего риска. Видимый объем остаточной опухоли переносится с МРТ на КТ-изображение. Далее физик создает дозиметрический план и совместно с радиационным онкологом проводит оценку данного плана по гистограмме доза-объем. С помощью программы для пересчета доз по линейно-квадратичной модели проводится расчет максимальных доз облучения с целью недопущения превышения дозовых ограничений согласно рекомендациям отчета 89. После одобрения данный план пересылается на компьютер управления лечением. Проводится подключение аппликатора с иглами к брахитерапевтическому аппарату. Дополнительная проверка тестовым кабелем каждой иглы, и после этого начинается сеанс лечения. После окончания лечения аппликатор с иглами извлекается. Пациентка переводится в гинекологическое отделение под наблюдение медицинского персонала. Длительность процедуры составляет 150-180 минут. Использование комбинированной брахитерапии показало дозиметрические преимущества для опухолей большого объема. Хорошо переносится пациентами и может быть рекомендовано в рутинной клинической практике в специализированных отделениях.